Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это вторая часть ошибки новичка. Мне написали, что я какую-то дичь там толкал. Я просто сделал два замера, чтобы продемонстрировать, насколько буст важен, а не левел. В моем замере будет участвовать мой твин. Вот видим красный ствол, авадон тушка, кольцо на огонь, потому что будем замер производить в логове Антароса, третий этаж. Тут нужно кольцо на огонь. Замерял в двух разных местах. В одном месте с сосками. То есть печатью души. То, что печать души тоже нормально дает. Как вы думаете, вот по красный ствол, да? Есть синие даже вещи некоторые. Это Alt Розе на аккаунте Розе. Но получается, что печать души тут 6, 5, дуэль 7 и заряд души 6. 6.1. Ну также тут мастерство. Выкачано на максимум, но оно, конечно, не выкручено, ничего. Сами можете видеть. 7 уровня, тут 6, ну 1/7. Ну и скиллы пробужденные первые. Кристаллы души. Тут видим 9, тут 10, 8, 9. Коллекции карт какие-никакие за год насобирались. И также коллекции вещей. И как вы думаете, кто победит? Но персонаж 60 уровня, твин, без коллекций. И персонаж 52 уровня, но с коллекциями. Как вы думаете? Естественно, персонаж с коллекциями победит. Это официальный сайт Lineage 2 Mobile. Мы видим, что на третьем этаже 67, 65, 64 по 67 уровни мобы. С вводом новых локаций Орен и Аден тут ничего не обновлялось и не добавлялось. А, вру, подождите, вру. Каньон Танор. Тоже видим тут 66, 67 уровни, 68. Кто не знает, вот он, Каньон Танор. Это дионовская локация. Гаррет спаунится. Тут тоже хорошо синька должна падать. Я не тестил. Ладно, чуть отошли от темы. Вот, видите, скрины и замеры. 52 уровень персонаж и 60. То, что я говорил, как бы, что точность решает. Взять персонажей 60-52 уровня, то даже персонаж с красной пушкой чисто на зеленых скиллах. Тут видим, тоже есть синие скиллы, но я замерял без них. И видим, тут буря вторая. То персонаж 52 уровень с коллекциями победил персонажа с красной пушкой 60 уровня. Разница в 8 уровней. Из-за того, что тут 76 точности и 42 урона, мах урона, то что нет коллекции на персонажа. Он проиграл 52 уровню персонажу. Тут даже статы на ловкость я закидывал. Не на интеллект, а на ловкость. Получается, это мой персонаж для Олимпа. Я специально статы на лучника делал. Все знают, что лучники рулят на Олимпе. Получается, если бы я с ловкости еще перекинул в интеллект, то она бы еще больше показала результатов с одним посохом Десперион. Ребята, не вводите себя в заблуждение. Буст решает. Это не та ладва, которую вы все помните, если вы там эссонса своего пришли. Это не та ладва. Это Lineage 2 Mobile. Тут буст, коллекции больше решают, чем вещи. Мы видим, что вот мах точность 110. Примерно на третьем этаже там 85 плюс точности нужно. И получается у нее на 25 точности вот этот штраф покрывает. Но я так предполагаю. Получается за счет закрытых коллекций. То буст очень сильно решает. С вами был Розе, всем до новых встреч.